В пятницу в зале администрации района прошла очередная сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. На сессии присутствовали глава района Заур Хамирзов, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, заместители главы района, главы сельских поселений, заведующие отделами управления администрации района. По первому вопросу повестки дня деятельности межмуниципального отдела МО МВД России Кашхабльский за первое полугодие 2016 года выступил начальник отдела Анзаур Гишев. В истекшем периоде 2016 года мероприятия по обеспечению общественной безопасности граждан находились в центре внимания руководства отдела, что внесло существенный вклад в реальное оздоровление оперативной обстановки на территории Кашхабльского района. Необходимо отметить, что в текущем году наблюдается некоторый рост обращений граждан в межмуниципальный отдел МВД России Кашхабльск. За отчетный период только в дежурной части отдела зарегистрировано 1136 заявлений и сообщений о преступлениях и административных правонарушениях по происшествиям, по ОПГ 840, увеличение на 35,2%. По результатам рассмотрения которых было возбуждено 89 уголовных дел, в ОПГ 90, снижение на 1,2%. Вынесено 284 постановления об отказе возбуждения уголовного дела, в ОПГ 230, рост составил 23,5%. Направлено по последствиям 176 материалов следственных проверок, в аналогичном периоде прошлого года было 92. Исходя из политических и экономических процессов, происходящих в стране и республике, в 2016 году прогнозировалось осложнение криминогенной обстановки. Как результат, на территории Кашхабльского района отмечается рост зарегистрированных преступлений со 106 за 6 месяцев 2015 года до 118 за 6 месяцев 2016 года, рост составил 12 преступлений или 11,3%. В связи с этим нами был реализован ряд предупредительных и профилактических мероприятий. На фоне роста регистрируемой преступности по итогам 6 месяцев 2016 года было раскрыто 96 преступлений, это плюс 13% по аналогичному периоду прошлого года. Число нераскрытых преступлений снизилось на 20%, то есть с 15 до 12. Предпринимаемыми профилактическими мерами стабилизирована криминогенная обстановка по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, в результате чего на территории обслуживания удалось снизить количество краж на 23%. В том числе снизилось количество краж с проникновением на 15,6%, квартирных краж на 44% и преступлений, связанных с мошенничеством, на 50%, с 4 до 2. В истекшем периоде 2016 года был совершен один грабеж и 4 факта незаконного завладения транспортным средством. Значит, по всем фактам незаконного завладения транспортным средством все лица установлены. В настоящий момент по ним проводится расследование. После доклада начальнику отдела МВД Кашхабльский были заданы некоторые вопросы. Обращаясь к главам, Заур Хамирзов порекомендовал усилить взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам профилактики опасных преступлений. Один из наболевших вопросов – это продажа нелицензированной алкогольной продукции. Прокурор района по этому поводу отметил. Обращаю внимание на то, что принят федеральный закон о профилактике, значит, там 4 субъекта этой профилактики, это Следственный комитет, прокуратура, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления. То есть, если раньше федеральным законом об органах местного управления такие обязанности не были возложены, собственно, на администрации сельских поселений и органы исполнительной власти, то теперь это прописано законом. Данный закон вступает в силу через 90 дней после его публикования. Поэтому, значит, прошу всех внимательно с этим законом ознакомиться, значит, уже продумывать пути его реализации, там тем более появились акты реагирования, которые могут, значит, вноситься по поводу выявляемых нарушений. Есть там такой акт реагирования, как предупреждение о недопустимости противоправного поведения. Далее были рассмотрены следующие вопросы. Об утверждении положения об отделе муниципального заказа администрации района, о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кашхабльский район, о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Волнинское сельское поселение, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования Волинское поселение 26 декабря 2012 года. Начальник отдела имущественных отношений Каплан Мамухов вынес на рассмотрение и утверждение депутатов прогнозный план программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Кашхабльский район на второе полугодие 2016 года. По всем рассмотренным вопросам вынесено положительное решение.